Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать вот такую замечательную оригинальную шапочку, основным узором которой будет ветка с дубовыми листиками. Сама работа будет выполняться продольно, то есть мы с вами выполним полосу, длина которой будет равна объему головы. А после этого мы выполним верхнюю часть, донышко нашей шапочки. Данный головной убор подойдет на объем головы от 52 до 56 сантиметров. И сама шапочка хорошо смотрится, когда платочная вязка у нас ровненько. Также можно сделать отворот только передней части полотна. Будет красиво, или же полностью отвернуть по всему объему. Для работы нам потребуется моточек пряжи, спицы, дополнительная спица или любое другое приспособление для выполнения кос, крючок, ножницы, сантиметровая лента и иголочка для сборки. Приступаем к выполнению. Классическим набором на 2 спицы нам необходимо набрать 41 петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набираем 41 петлю. Мы набрали 41 петлю. И в этом лицевом ряду мы выполним распределение петель по узорам. Сейчас кромочную петлю я снимаю. И первых 13 петель мы будем вязать платочной вязкой. При этом выполнять все петли лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13. Это петли платочной вязкой мы будем вязать. Следующие 26 петель это петли основного узора. И распределяем так. 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 2 лицевые, 4 изнаночные, 7 лицевых, 5. И заканчиваем ряд 4 изнаночные. Кромочной изнаночной петлей. Распределение в лицевом ряду мы сделали. Работу переворачиваем. В изнаночном ряду петли основного узора провязываем, как смотрят петли. То есть кромочную мы снимаем. Над лицевыми вяжем лицевые, а над изнаночными изнаночные. А петли платочной вязки мы выполним лицевыми. Мы с вами выполнили 2 подготовительных ряда и распределили петли для наших узоров. И я повторю, что первых 13 петель мы будем выполнять платочной вязкой и в лицевых и в изнаночных рядах провязывать эти петли лицевыми, а оставшиеся 26 петель это петли основного узора. Этот узор — ветка с дубовыми листиками. Мастер-класс по выполнению данного узора вы можете найти на нашем сайте в разделе «Узоры спицами» в уроке 26. И мы продолжим работу ровным полотном, связав полосу, которая по длине будет равна объему головы.
Вот так сейчас выглядит наше полотно. И от наборного края ровным полотном я провязала 54 сантиметра. Давайте промеряем высоту полотна. Получается 16,5 сантиметров. При этом ряды платочной вязки по ширине 7,5 сантиметров. Дальше мы с вами приступим к выполнению донышка нашей шапочки. Я уже промерила длину нашей полосы, и на высоте 54 сантиметра я петли закрываю. Закрывать я их буду в лицевом ряду, провязывая лицевыми. Стараемся закрывать, не стягивая полотно. Мягенько. Так мы закроем петли до конца ряда. Петли полотна нашего мы закрыли. Рабочую ниточку не обрезаем. Одеваю оставшуюся одну петлю на спицу. И теперь по нашим кромочным петлям, по краю связанной полосы, будем набирать петли для донышка. Под кромочную заводим спицу, захватываем рабочую ниточку и вытягиваем петлю. Под следующую точно так же. Заводим спицу под кромочную. Мы берем две долечки петли, захватываем рабочую ниточку и вытягиваем петлю. И так мы с вами наберем по длине всей полосы. Я закончила добирать петли по кромочным ранее связанной полосы. У меня получилось 72 петли. Работу переворачиваем на изнаночную сторону. И само донышко я буду выполнять изнаночной гладью. Поэтому в изнаночном ряду мы все петли провяжем лицевыми. Кромочную снимаем и провязываем те петли, которые мы набрали, лицевыми. И так до конца ряда. Заканчиваем выполнение изнаночного ряда, довязываю лицевая и кромочная изнаночной. Работу переворачиваем. Ряды донышка мы будем выполнять с равномерными убавлениями. И первый ряд с убавлениями будем вязать так. Кромочную петлю снимаем. Дальше 3 изнаночные. Следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. И будем чередовать. Провязываем 3 изнаночные. Следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Снова 3 изнаночные. А следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Так мы провяжем до конца ряда, а в изнаночном ряду все петли лицевые. Приступаем к выполнению следующего ряда с убавлениями. И в этом ряду будем вязать так. Кромочную петлю снимаем. Далее 2 изнаночные. А 2 следующие петли вместе изнаночной. Будем чередовать 2 изнаночные, затем 2 вместе изнаночной, снова 2 изнаночные, а следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Так мы выполним до конца ряда, а в изнаночном ряду все петли лицевые. В этом ряду с убавлениями будем вязать так. Кромочную петлю снимаем. Далее 1 изнаночная, следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Будем чередовать 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночная, 2 вместе.
Так мы выполним до конца ряда. Изнаночный ряд, все петли лицевые. В этом лицевом ряду сокращаем и уменьшим количество петель в 2 раза. Кромочную петлю снимаем и дальше провязываем 2 вместе изнаночной, затем следующие 2 вместе изнаночной, точно так же следующие. То есть мы уменьшаем количество петель в 2 раза. И так мы выполним до конца ряда. В изнаночном все петли лицевые. Сейчас я выполню последний ряд с убавлениями. Сейчас на спицах у меня осталось 16 петель. И снова сократим количество петель в 2 раза. Кромочную снимаем и вяжем по 2 вместе изнаночной петлей. Последние 2 вместе изнаночной и кромочная. Остается 1, 2, 3, 4, 9 петель. Сейчас я провяжу изнаночный ряд, обрежу рабочую нить, оставив длинный хвостик для шва, и одену ниточку в иглу. Я провязала оставшиеся 9 петель в изнаночном ряду. И сейчас мы приступим к сборке. Переворачиваю работу на изнаночную сторону. И те петли, которые у нас остались на спицах, мы должны перенести на иголочку. Спицы откладываем. И теперь рабочую ниточку протягиваем в петли. Чтобы не было дырочек у нас сверху шапочки, по тем же петлям я пройдусь еще раз и хорошенечко подтягиваем. Рабочую ниточку вывожу на лицевую сторону, и по лицевой стороне я выполню шов. При этом вот наша первая кромочная петля полотна, вторая, между кромочными протяжечка. Вот завожу иглу под протяжку и делаю первый стежочек. То же самое с противоположной стороны. Одна кромочная, вторая. Вот протяжечка. С одной стороны полотна и с другой стороны. Сейчас мы сшиваем ряды донышко. Тут у нас все ровненько. Подтягиваю и снова с одной стороны полотна и с другой стороны. Вот таким получается наш шов. Но есть нюансы при выполнении дальнейшей сборки. Так как в нашем рисунке мы за счет накидов прибавляем петли для наших листиков, то получается с одной стороны полотна в наборном крае и здесь у меня количество петель немножко отличается. И сшивая эту часть полотна, я буду слегка припосаживать, чтобы у меня листик совпал с листиком, а веточка с веточкой. Ну а принцип выполнения самих стежочков точно такой же. Под протяжечку с одной стороны полотна и с другой. А в том месте, где нужно припосадить, я вам покажу, как это сделать. Вот сейчас, соединяя полотно листиков, немножко нужно будет припосадить. С этой стороны полотна у меня 5 лицевых, а с этой 7. И вот я завожу иголочку под первую петлю с этой стороны полотна
точно так же с противоположной стороны. И затем в эту же петелечку еще раз, а с этой стороны полотна уже в следующую. Соединение практически не видно. Дальше уже петля в петлю. С этой стороны полотна одна петелечка, с этой следующая. Здесь одна центральная и здесь центральная. То есть в первую и последнюю петлю мы немножко припосадим. И вот сейчас с этой стороны одна лицевая, а с этой две. Вот в эту петлю мы вошьем два раза. Подхватываем с этой стороны полотна петелечку. И теперь в эту же петелечку делаем еще один стежочек. И уже следующая, последняя петелечка листика. Ну, вот так будет выглядеть наше полотно. И так мы прошиваем до конца ряда. Я закончила выполнение шва. Вот так выглядит полотно с лицевой стороны. А с изнаночной стороны у нас получился вот такой рубчик. Получилось очень красивое, интересная, оригинальная шапочка. Красиво смотрится узор, вот наша ветка. И вот так выглядит донышко нашей шапочки. Я напомню, что данный головной убор подойдет на объем головы от 52 до 56 сантиметров. Я желаю вам творческих успехов!